Самые двуличные знаки зодиака. Из 12 знаков зодиака, астрологи выделяют 5 самых двуличных. Это не значит, что все представители этих знаков лицемерны. Просто они больше других склонны к этому качеству. У каждого из нас есть своя темная сторона, но не всем удается ее скрывать или подавлять. Не стоит принимать действия описанных дальше знаков зодиака слишком близко к сердцу. Проявляя лицемерие, они нередко преследуют благие намерения. Весы. Астрологи отмечают, что весы умеют и врать, и притворяться, но делают они это заметно реже, чем кто-либо другой. Дело в том, что весы всегда стремятся к взаимопониманию. Они дипломаты по своей натуре, а договориться им помогает умение ловко жонглировать фактами, лгать и давать ложную информацию. Весы могут быть двуличными, но им просто не хочется конфликтов. Поэтому они любят говорить одним одно, а другим другое. За это их мало кто упрекает, потому что понимают благие намерения представителей данного знака. Рыбы. Прирожденные эгоисты и лгуны. Врать они обожают, но не умеют, поэтому их часто разоблачают. Они живут эмоциями, чувствами. Они загадочны и неординарны. Переделать их почти невозможно. Но можно просто относиться к их поведению проще. Рыб часто называют непонятными людьми, потому что нет никакой гарантии того, что они вам не врут именно сейчас, в данный момент времени. Эти люди всегда готовы сменить сторону в конфликте, чтобы получить то, что им хочется. Водолей. Свойственно двуличие, но не лицемерие. Эти люди не любят ложь. Хотя и врать тоже умеют просто превосходно. В большинстве случаев они просто играют разные роли в отношениях с разными людьми, демонстрируя те или иные качества. Им так удобнее, но это не просто принять тем, кто не терпит двуличия в окружающих. Водолей часто играют за две команды, не желая кого-то обижать. Им нравится чувствовать себя нужными, ощущать себя в центре внимания. Если к такой черте характера относиться проще. С представителями данного знака можно спокойно жить, вести общие дела и дружить. Проблема водолеев заключается в том, что они не понимают упреков в двуличии, ведь для них такое поведение – норма. Стрелец. Эти люди невероятно расчетливы. По хитрости с ними не сравнится никто. Поэтому им удается так часто выходить сухими из воды. Их двуличие и лицемерие являются абсолютно сознательными. Стрельцы никогда не делают ничего просто так. У них есть строгие цели и определенные планы. В большинстве случаев они применяют свои навыки только тогда, когда им нужно преуспеть на работе, в учебе или в других важных делах. Это прирожденные манипуляторы и один из самых эгоистичных знаков. Они стараются создать перед вами такой образ, который вам хочется видеть и который будет удобным для них. Если вы хотите, чтобы стрелец перестал вас обманывать и играть с вами, подружитесь с ним. Это отличный друг и товарищ, который не бросит в беде. Близнецы. Двуличны от природы. Но это неплохо. В большинстве случаев это выражается в противоположности их внутреннего мира и внешнего образа. Внутренне они почти всегда не такие, какими пытаются показаться в общении. Это свойственно большинству людей в целом, но у близнецов проявляется особенно ярко. Помимо этого, представители этого знака не боятся лгать самым близким людям. Они делают это без сожалений и раздумий. Особенно если речь идет о лжи во благо. Прежде чем довериться близнецам, стоит несколько раз подумать. Помните о том, что они любят преувеличивать или преуменьшать правду. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким сегодня и всегда.